жару так приятно побаловать себя домашним щербетом. Насыщенный фруктовый вкус, аромат и приятная консистенция. Делюсь рецептом. Не забудьте перемешать щербет раза 3 на стадии замерзания, так вы получите намного более однородную структуру без крупных кристаллов льда. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. В блендере смешайте молоко, мед и очищенный от кожицы и косточки персик до однородности. Не прекращая взбивать, влейте свежий апельсиновый сок, добавьте лимонного сока. Перелейте массу в металлическую емкость и уберите в морозилку, оставьте замораживаться часа на 4, перемешивайте щербет раз в полчаса, 3-4 раза. Подписывайтесь и ставьте лайки. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре минут 10. При подаче можно украсить щербет ломтиками свежего персика. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Персик 1 штука, спелый, апельсин 1 штука, лимонный сок 1 чайная ложка, мед 1-2 столовые ложек, молоко 250 мл, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!